Всем привет, с вами я, Кирилл, и сегодня мы поиграем в Бравл Старс. Давно я, конечно, не снимал, потому что вы под моими роликами, когда я начал снимать Роблокс, вы собираете очень, прям очень мало актива. Ну и под Бравл Старсом вы не очень активно, конечно, собирали, но надеюсь, в этот раз вам очень-очень зайдет. И тут новый ивент Бравл Старс, он называется Thumbs Up for Бравл Старс. Используй значок большой палец вверх в матчах и выиграй 5 легендарных призов Стар. Я смотрела это видео, так что я не буду показывать. Давайте зайдем в новости. Тут написано, разблокируйте 20 июня, но пока что... Тут можно получить 2 редких стардропа, X2 XP, X2 выигрыш, я так понимаю, и еще какие-то стардропы. Ну, давайте зайдем в магазин и заберем эти стардропы. Или чтоб она стала черной. Да, если вот серая кнопочка подписаться, то обязательно нажми на нее, чтоб она стала, я так напоминаю, черной. Я не разбираюсь, так что напишите в комментариях, какой он остается, если подписаться на мой канал. И напишите в комментариях обязательно, во что мне еще поиграть. Я очень читаю комментарии, всех лайков. Тут есть акция с Кибербия. Ну, конечно, за донат этот скин. Ну, как-то странновато. Скины можно и за гемы прикупить. Но именно этот скин за донатик. Давайте откроем и посмотрим, что за скинок. Мне очень интересно. И, кстати, если вы не знали, если поставить лайк, то новая анимация. Вроде бы он встает коричневым. Но я не разбираюсь, может, вы разбираетесь. Так что напишите в комментариях, каким он встает и какая там анимация. Так, вот уже мы на этой акции. И этот скин стоит 79 гемов. И потом ты еще получаешь один... Я так понимаю, стардроп, да? Один престар подарок. Потому что дальше там опять же за гема. Ну тут очень прикольно скинул. Вот есть Мортис. Театральный Мортис. 29 гемов. Но у меня пока что 28 гемов. Я не могу его купить. Плюс у меня на Мортис уже вроде есть скин. Тут есть еще RT. Ну и как всегда, тут обычные эти скины, какие покупать никто не станет. Ну ладно, не буду сильно затягивать. Давайте пойдем сейчас... В какой-то режим, сейчас посмотрим, какой есть. О, давайте в Brawl Ball 5 на 5. И как раз я пойду в него, ну, за Биби. Поставьте лайк, как же обязательно. Ну, а мы начинаем. И напоминаю, на мой день рождения канала, это будет где-то ближе к августу, у меня будет стрим. Так что не забудьте, если что, заходите, я вам напишу в сообществе, и вы это увидите, и зайдете на мой стрим. Так, вот мы уже на 5 на 5, никогда я не играл в этот режим, потому что я считал его очень сложным. Откидываем. А нет, меня сейчас убьют. Пока что как-то мы проигрываем, я бы так сказал. Ладно, юзаем гаджет, еще живем. Проходим. Давай, я испугал их. Нормально, Сквадбастер Шелли, мы пока что бьемся. Пока что мы очень сильно даже и выиграем, я бы так сказал. Ну, пока же наравне, я бы сказал. Мы дальше на их базу так не заходили сильно. Сейчас мы уже подходим к их базе. Сейчас я Биби уже подхожу к ней. Так, меня убили, но на нашей базе очень много наших. И, скорее всего, мы сейчас собьем им гол. Давай, немножко. Нет, они не забили. Это как-то туповато было. Ладно, я сейчас попытаюсь все исправить. Наших уже убили всех. Сейчас я попытаюсь отобрать мяч. Блин, я какой-то вообще бесполезный в этой катке. Я вообще какой-то бесполезный в этой катке. Прям вообще. Нет, пацаны мои, давай. Отберите мяч, откиньте. Ну все, Биби, ты уже сама напросилась. Давай, я убил Биби. И у нас теперь шанс забить гол. Ну, я так понимаю, мы не забьем, потому что мои тиммейты не очень, конечно, играть умеют. Это очевидно. Давайте кинем вот так пузырек, чтоб, если что, на других еще понакидывался, а не только на Эль Приму. Сейчас... Ой-ой-ой, как же сейчас Кольт прям очень плохо ее узнул льту. Давай, Нани. Нани как щитик. Нет, Сквадбастер Шелли уязни льту. Давайте, подписчики, мы сможем, давайте. Так, тут какой-то вообще дурдом. Давай, Нани! Нани, льта! Кольт!
класс, она ничего вообще не умеет играть. Ну все, Биби, ты уже сама напрягла. Теперь я буду нормально играть. Нани, Нани, ты сама не справишься, давай пас. И Нани, я же говорил. На, откинул, откинул раз. Да, не дадим, не дадим, не дадим, не дадим, да. Давай. Нет, меня убили. Давайте. Ой, да, хорош, хорош, давай. 2-1, все. Дополнительное время теперь без никаких-то этих преград. Давай. Кольт, дай мне. Кольт, 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 кольт. Бенц, бенц. Бенц! Схват после Шелли, да! Нет! Нет! Как такое возможно? Нет, 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 нет! Боже, 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 мы ж почти забили! Не, ну, схват после Шелли, реальный респект. Оно не виновато, что оно не забило, это просто Брал Старсок решил. Я забираю мяч, очень хорошо и кидаю. Тут мне надо было дать пас, потому что, ну, реально, тут уже без факта. Скорее всего, это будет ничья. Ничья в первой же катке. Ну, катка очень сложная, да, я признаю это. Ну, может быть, наши еще смогут что-то делать. Сквадбастерс! Шелли! Нет, это ничья. Ну, тоже ничья, это достаточно неплохо. Так что, вот так у нас получилось. 0 кубков. Да, было потно очень, ну, а что поделать. Я в этой катке, я бы сказала, ничего такого не сделал. Я хочу поменять бойца, потому что реально я ничего за эту катку ничего не сделал. Ну, понятно, что тут надо дальники. Давайте я езну вот... Да, у меня есть скиноморфис. Давайте я возьму Эмс. Только я Эмс буду не с простым скином, а буду с Хадзуки Эмс. Это прикольный скин такой, типа отсылка на Wednesday. Давайте мы продолжаем. Надеюсь, сейчас в эту катку мы уже точно ее выиграем, а не будет какая-то ничья. Не, прошлая катка была очень плотная, да, прям вообще. А прикиньте, что со мной будет еще одна Эмс, у нас будет две Эмс. Даже никто Эмс не взял, как-то странно. Эмс тут имбовая самая просто. Ну все, Матвей, Матвей, пасуй. Давай-давай, я ее за этот, но моя ульта... Да, Матвей забивает гол! И 1-0, как-то это еще было легко. Они просто идут под мою просто этот атаку. Бенц, забираю я мячик и забиваю красивенький. Красивенький туда гол. Я уже подумала, что я не забью. Понравилось, думаю, да, потому что это очень красиво. Я очень, я, кстати, звездный игрок в этой катке. Мне очень понравилось. О, мне дали редкий стардроп. Неплохо, конечно, но я думаю, сейчас мне опять будет редкий. Сверхредкий, капец! Ларри и Лори, значок. У меня, кстати, есть новый скин на Ларри и Лори. Как-то баговый, че как там его. Вирусный Ларри и Лори. Не помню, но он мне выпал буквально, не знаю, недели три назад. Не, неделю или две назад, не помню уже. Ну, давайте еще одну катку сыграем. Надеюсь, она будет вырешной. Так, кидаем. Тут видно, что это уже точно не боты. Тут уже у них своя тактика. Юзаем атаку, атака, атакируем, атакируем, атакируем. Давай, я юзнул этот. Я юзнул ульту. Мы убили Дэрила, но ненадолго. Сейчас опять заспамится. Там идет бус, очень много хп. Прям на пролом. Ну, я не думаю, что он пройдет нашу защиту. У нас очень хорошие тоже бойцы, но мне кажется, скорее всего, мы проиграем эту каточку. Так, я вижу Леона, я пытаюсь отбиваться. Я им не дам зайти до нашу вообще половину. Так, ну на Була, в принципе, пофиг, вот зато не на мяч наш идет. Давай, 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 я бью, я бью, я бью, я бью, я бью. Эдгар, 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 Эдгар. Да, почти, почти, давайте, давайте, просто не зайти уйду. Вы реально сейчас не забьете? Да! Мы забили! Ну, теперь сейчас будет вообще изи, человек сейчас просто будет везде идти на центр, уже ва-банк. Давай, это, пасуй мне, у меня много хп, у тебя уже мало, сейчас умрешь. Вот эти крысы какие-то под гаджетом, просто вот так будут бить и все. Давай вот так просто Дэрила убиваем, просто давай. Проходим через низ, как в прошлой катке, давай, давай. Просто через низ проходим и все.
Давай, 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 давай! Рико, Рико, остался только один, блин, культ, убить этого кольта и все! Вы реально сейчас умрете от кольта? Давай, Фуркан Про, давай, пожалуйста. Просто отпасуй, да, лучше выкинь просто. Все, он выбил, теперь можно просто идти. Ну, сейчас мы на ихней половине, вообще всю катку мы на ихней половине. И мы забиваем гол. Вот и вырешена опять же катка. Ну, даже как-то легко было. Надеюсь, вы поддержите меня лайком под этим роликом или подпиской, потому что для вас очень стараюсь, для вас это буквально 1-2 секунды, а для меня очень приятно. Надеюсь, вы меня выслушаете и поставите мою просьбу. Сегодня мы будем играть только 5 на 5. Если реально вы напишите комментарий, что вы хотите Роблокс, я сниму Роблокс, потому что, ну, блин, вы собираете очень, прям, очень мало актива под Роблоксом. И понимаете, я даже не хочу его уже снимать, потому что мне важен только ваш актив. Не, я хочу для вас снимать Роблокс, но вы просто не можете спустить под ролик и просто поставить этот лайк. Шо вы там 1 секунда, вы такие ленивые. Я, кстати, знаю, кто, знаете, кто не может только поставить лайк? Роботы, я уверен, что вы просто бездушная машина, если вы не можете поставить. Если вы так не думаете, то докажите мне это и поставьте лайк. И вроде бы лайк стал коричневым, новая анимация. Ну и подписка там становится фиолетовой, так что лучше проверьте, потому что я уже не помню. Так, вот и вольт. Так, теперь кидаем вольту, в принципе, он сейчас все равно инвалидище. Давай, я юзаю ульту. Никто не пройдет. Давай, 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 давай. Отгоняем, отгоняем, отгоняем. У меня 300 хп. Да, моя атака очень важная, я бы сказал. Забьют, скорее всего, потому что тут и так очень плохо, очень плохо. Рика, Рико, так, все, идите наверх, реально, не останавливайтесь. Че вы просто встали наверх, вас сейчас просто так убьют. Ладно, иду ва-банк, иду ва-банк, вот так бить. Я беру мяч, потому что эти реально инвалиды, мои тиммейты. Ничья. Так, нельзя этого допустить, чтобы наших убили. Нам сейчас и так очень плохо. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Нет, убейте! Убейте Макса! Убейте Макса! Да, 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 убили, 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 убили. Убили Вольта. У нас еще есть шанс выиграть. Очень большой шанс. Давай, убили Биби, берите мяч, кидайте мне мяч. Просто кидайте, нам выносим. Ну почему вы пытаетесь сами забить? Вы сами не забьете в соло. Надо было назад пасоваться. Вы хоть видели, как Реал Мадрид играет в последнем на Евро? Давай, 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 давай. Вот Биби, что у него в голове? Проходим, 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 16 секунд, давай, давай, давай. Бо? Бо, не будь тупее. Бо. Я не знаю, что было у Бо в голове, когда он даже не мог просто выкинуть мяч на ворота. Но это было очень-очень тупо с его стороны. Это было... Ничего, давайте сыграем ластовую катку быстренько. Я думаю, мы сейчас точно выиграем. Потому что у нас почему-то всегда ничья. Думаю, в этот раз у нас получится та же выиграть. Ну и вы меня поддержите лайком. Почему-то все отказались от меня. И мы будем начинать уже каточку. Так.
Так, вот вы уже и в каточке. Кстати, очень красивый фон у Brawl Stars. Мне он прям очень нравится. Особенно скин на Фэнга и на Брока. А так, какие-то скины не очень. Так, вот вы уже и в катке. Просто берем и так закидываем на центр, чтобы никто не подобрал этот мяч. Давай, почему-то не все, да, ближники. Я просто вот так сделаю и все. Так, Бас решил потратить свою единственную на меня. Это было очень плохо с его стороны. Наши выходят к ним. 8 бит вообще какой-то, я не знаю, что он на нашей базе еще делает. Да! Я подавился прям. Да, мы забили. Так, убиваем эту Шелли, потому что видно, что у нее ульта. Я подождать буду их. Давай, давай. Нет! Сту! Ну ладно, Сту все равно один гол уже забил, так что я ему очень-очень сильно благодарен. Так, теперь мы просто сейчас идем на Кале. Тут типа Кале, я не знаю, что у Кале в голове. Просто стопаем. Она хотела ультануть, но она потратила ульту на откидывание мяча. Я не думаю, что она убьет четверых, да, он убил нас столько троих. И все, 8 бит, я с 8 бит типа наедине остался. Мне интересно, что было в голове у Мелоди, потому что это ужасно. Нам сейчас забили так тупо гол. Ну почему? Ну этот Бас там уже бесит просто. Нет, ну не давайте Рико мяч. Что у моих тиммейтов в голове, боже. Ладно, конечно, мы закончим этот ролик не на такой же и крутой ноте. Если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. А с вами был я, Кирилл. Всем пока. Какой эмоджи крутой, мой, прям вообще. Посмотрите, какой у меня эмоджи. Такой эмоджи у меня крутой, шоу просто.